В Ульяновске подвели итоги главного политического события страны – выборов президента Российской Федерации. Парламентарии и общественные деятели поделились результатами кампании с представителями средств массовой информации. Главный итог работы комиссии. На всех 940 избирательных участках итоги голосования признаны действительными. До 3 часов ночи 18 марта в систему госвыборы были введены протоколы, данные протокола всех 940 участковых комиссий. Констатируем рекордно высокий для Ульяновской области уровень явки избирателей. В целом по области в выборах приняли участие 73,2% избирателей. В абсолютном выражении это более 682 тысяч человек. В городе Ульяновске явка 70,24%, это более 350 тысяч людей. В избиркоме впервые наблюдают настолько высокий процент избирателей. Самую высокую явку показали 12 муниципалитетов Ульяновской области. В выборах участвовало более 80% населения. Сурский район, Майнский, Вишкаемский, Николаевский, Павловский, Радищевский, Корсунский, Новоспасский, Базарно-Сызганский, Кузоватовский, Ульяновский и Целинский районы. Эти цифры демонстрируют сплоченность, консолидацию общества и поддержку курса президента Российской Федерации. К выборам готовились заранее. На территории Ульяновской области действовал проект «Информ.УИК». Волонтеры-обходчики посещали домовладения и рассказывали жителям о порядке проведения голосования. Сотрудники избиркома обошли почти все частные и многоквартирные дома. За техоснащением организаторы тоже проследили. На 160 участках применялись комплексы обработки бюллетеней. Выборы, как и планировалось, прошли благополучно. Поддержать порядок помогли общественные наблюдатели. Вот эта структура нашего штаба, Общественной палаты Ульяновской области, был сформирован в ноябре 2023 года региональный общественный штаб по наблюдению за выборами президента Российской Федерации. И в состав него вошли члены не только региональной общественной палаты, но и муниципальной общественной палаты, и опытные юристы, и представители СМИ. В период избирательной кампании в избирком поступило 8 обращений от граждан. Естественно, на сегодняшний момент они все устранены. До подписания протокола все нарушения устранены. Заявителю сообщены все результаты рассмотрения. Никаких жалоб на сегодняшний день не имеется. Также 18 марта председатель избирательной комиссии подписал протоколы о проведении выборов. Вскоре эти документы отправят федералам в Центральный избирком. Виктория Черкова, Анатолий Расохин. Улправда ТВ.